Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня мы в городе Киев, в столице, посещаем международную выставку собак. Так, вот мы подходим к следующему рингу. Тут у нас лабрадоры. В общем, дорогие зрители, могу сказать одно. Все, кто сегодня не приехал на эту выставку, много пропустил. Собак действительно очень много классных, красивых, ярких представителей шоу-класса. Причем в разных породах, к сожалению, не получается все одновременно показать, потому что ринги проходят параллельно. То, что успеваем, покажем. Но поверьте, глаза разбегаются от такого разнообразия шикарных представителей каждой породы. Мягкая игрушка прямо. А сколько
планов. Наташа, а сколько вам? Ему 10 месяцев. Без места, ладно, 7 месяцев. Такой он, когда довольный, да? А такой он, когда обиженный. Вот ринг мопсиков, очень много представителей этой породы. Теперь для любителей немецких овчарок мы подошли к рингу немцев. Вы знаете, к огромному сожалению, нельзя сразу присутствовать во всех рингах, потому что действительно в каждом ринге много очень интересных собак. Хочется сразу объять необъятное, но, к сожалению, то, что успеем, то снимем. Thank you.
Спасибо.